Неделю назад я, короче, хотел принять ванну, и тут микстурка такой, ну, вернее, Алиса за кабачки там начала спрашивать, ну, типа, ну, я Что в этот такое момент, было? ну, ты там про кабачки, да, что-то спрашивал Турбо, ты микстурки, звонил микстур. 2 или нет? Да, звонил, он трубку не берет. Походу, до сих пор ремонтирует стол. Ну, ты Ну, так что понимаешь, с либо о чем я. кабачками? Ну вот, короче, да вот Наверное, я Шумяна вроде вступил услышал на только одно. помойки. Алиса такая, чё, сколько у тебя там длина кабачка в микстурке, говорит. Микстурка говорит, ну там такое вот, ебать, у меня там есть. Раз, и, ну я ухожу купаться, и это прихожу, и, ну, чистенький весь, и они тогда дальше развивают этот разговор. Ну, в общем, кабачок это пошло как раз оттуда, что микстурка начал говорить про это. Ну, вы поняли. Про Не флейм, повторю. Да, про флейту. А, да, он потом говорит, ты сколько там секунд на кожаной флейте, ебать, сыграть сможешь? Да, Алиса там стеснялась. Ну, она, в общем, это, почему это профессиональный игрок на кончилось? кожаной Алиса-то флейте, в может и общем. долго может КМС сыграть, а учитель может не выдержать времени долго. Учитель. А ты не учился. Я не учился, я сразу С учу. рождения. Просто обучаю всех. Ну а как называть? Сенсей. Это Оленька, нихуя. Заберите Так, трэш. Оленька. Встанем. И что ты взял Варшама и Ханта, а чё они не в рейде? Потому что у них когда... Конец недели, блядь. Странно, почему у них когда, да? Какой у тебя ник, Оля? Кан, ты ее перетащил, бля? Ее же нет здесь. А мы в канале Пуки сидим, если что. Так ее здесь нет, блядь, тупица. Тупица, она присоединилась, блядь. Присоединилась, блядь, на Discord сервер, а не в не канал, зашла. блядь. Она не зашла на Так канал. а нахуй ты спрашиваешь у нее 8, блядь? А вдруг она фан, она? Бля, подожди, я сейчас, у меня сейчас просто музыка играла, и я только сейчас догнал. Ты мастер спросил, ты когда, ну, типа, чё за предложение ты сказал? Оленька, как тебя зовут, или как? Или мне послышалось? Нет. Как твой ник, сколько? А, блядь, я думаю, нихуя себе, как тебя зовут, О, блядь, вообще вот он, тупой. Вот он, Эти его ебошь, нахуй. Хорошо. Вошло, ебать, Шреддер. Меня не законтролит, меня не законтролит. Я глыб наш, понял? Шреддер. Детский сад, блядь. То, сука, про кабачки, то еще про какую-то хуйню. Ну слушай, ну если ты такой серьезный, блядь, не значит, что все должны быть такие. Если ты такой серьезный, иди читай навигатор по каналам, блядь. Да ебать, охуевай просто от инфы и от войны. Всасывай, я же тебе говорил, он не сможет без гайда. Он не сможет без гайда найти этот канал. А как ты будешь считать, кто сколько ебу за неделю? Поставьте, ладно. После этого трэша шкаф поставьте. А мне нахуй считать, сами считайте нахуй. Че я буду еще считать за вас, ебать? Войт, я получил 29 тысяч ИП. Пизды получите нахуй. За два дня. За два дня получил 29 тысяч ИП. Можем мне 1000 ИП накинуть? Звездочет. Алис, у тебя там все нормально, Оля, что ты делаешь? Пиво пьешь? Питаете по Discord, кабачках, думаю. Блять, вкладок. Есть даже навигация. Самая главная вкладка. Ее сегодня создатель только что проанонсировал, и вам нужно обязательно туда зайти. Навигация называется. Как там вот правильно? Навигация по... Бычьи головы где? По Дискорду. Зашел. Навигация по тексту. Давайте каналам. Шкаф поставьте. Что это шкаф? Шкаф, ставьте самони. Вон бычьи голову. И фелшер самони. Фелшер бычьи самони. Пойду покурю быстро. Блять. Живи, блять. Ф. Ну чё, много вчера повайпали? Пиздец, ну. Да нет, ну вчера. А чё вайперу?
А знаешь почему, Алис? Потому что кто-то сказал через 40 минут буду. Пиздец, вот что ты... Я в смысле, ты должен хуй скинуть? Тогда она поймёт, что надо на РП. То, что у вас роет каноники. А если бы он тебе написал, ты бы, блядь, телепортнулась домой или что? Ну, бывай, типа... Типа, что бы изменилось? Я бы пришла быстрее на минут 5. Ты что, бухая? Что у тебя с красноречием бы? Речи, я хотелось бы, да? Если бутылка на заднем фоне, да, да. Она же горит, сегодня нет, это не бутылки, это капельницы, блядь, чё нахуй, нам входят, блядь, вчера. И может бутылки выходят? Бутылки? Ну конечно, нихуя себе. О, вау, вау. Она была спищена. Она была спищена мастером. Нагло спищена. Я видел, как ты на нее смотрел, понял? А и снова групповая очередь. Идет на финал. Как там лутает? Лутай синие боешки, бля, ты шо, пиздец, поднимешься. Поднимешься, будешь в ебан голду закидывать тысячами, блядь. Это же рейд мастер, ты чё, тут можно ролить с выиграл нахуй на базу. Да. Выруби нахуй. Сколько он уже воронку унес бы это? Мне кажется, бы он же себе фул. Это тот, который, бля, курить ушел, или мне показалось? Да я только что зашел и вижу конец ролла, я такой, мне это нужно. Ну конечно, не понял себя. Ты, наверное, курил, блядь, и видел, что воронка в роли аж побежал, блядь, шатнулся 4 раза. Что у тебя с микрофоном случилось? У тебя был хороший микрофон. Награбили. Ну да, очень похож. Долларом. А, ребят, дайте воронку на трансмутер. Стороны принести чай. Давай, я веду чайку далеко. Я ближнюю веду. Ну ладно, это я не веду. Он назад тут. Не веду, не догоняю. Там есть красная такая сверху, ну может ее? О, Вики. Рейд, Райтер Пит. К вам приехал Райст, блин. Украинцы, о. Вроде Евросоюзе. Пора бы уже английский учить. Дима, забери чайка, а? Еще одна вещь, да? Финиш. Макарон.
тебя бан записан, Алиса, в телефон. Ёбать, наверное. Самый длинный баклажан. Она бы так, наверное, его записала, если бы она веганом была. Так Алиса веган, она ж только пиво пьёт. Это не мясо. А, так я думаю, хули они такие веселые сюда веганы, блядь. А на пол какой залог. Бля, сейчас я подойду. А, у нас это, походу, минус колебал был. Полсуполка. Чара продал. Хуслер. Файт! Когда? Он во время ЗС сегодня продал половину себя. За. За, да. Почем? Не знаю, я не спрашивал. А че у него? Ну что, покупает новый? Куда я знаю, просто мы шли в рейде, убили три босса, херяк вышел. Херяк вышел спать. Я говорю, что, что такое? Я не хочу в рейд. В смысле? Пишет, что, ну, типа, это не тот тип, короче, мне похер на рейд, все пока. Там дискорд, и он, конечно, ничего не сказал. Так это же тот фольбал, который говорит, что мы не угадали. Я позвонил два. Блять, судя по тому. Он прошел до взрыва. Начал огонять. Пойдем потом на карте. Штаб ставим, давайте сумоним. Нет, этого бьем сразу. Штаб ставим, сумоним его, добываем, потом дам. Давай мне волю на ДК, я тебе зол выбью. Ты забрал. Я буду заходить на твой АК и по КД заломать. Позабирайся. Я уже не буду ходить за. А чё ты? Ты мне еще будешь выбивать, курва. Не буду. Я голову выбил сегодня. Я выбил. Понял голову? Турбо, ты понял, как он говорит? Я, говорит, выбил голову. Вот, сука, говно. Хер я тебя буду хилить больше. Ты получил щит? Да это понятно. Не только голову, Алис. На третьего перца ненужного я получил щит. Это же надо. Ох, я не знаю, но как по мне, я знаю только одно, что сплетение змеиных этих, блядь, колец это полное говно уже. Даже Мити с ней не бегает. В смысле, вот эта вот ядовая стринка? Да, или... да. Ну, на паладинов она нормальная, а чё-то... Нет, на паладинов даже говно. Так её понерфили, кто-то говорил. Её жёстко понерфили, насколько я видел. Шреддер говорил, что Маликит, когда тестил её, у него выходило 27% дамага было у него на третьем месте. И теперь даже два стака не может настакать, насколько он говорит. А Шреддер говорит, что у него теперь 3% с дамага. На тот же, типа, нанесенки там, скажем, не знаю, сколько там, миллион тестил или сколько. Ребята, там. Ребята, колба много... столько же наносит, даже лишь больше. Ну.
Ну, это мудаки разные ноют на форумах. Так, кто тут еще не был ни разу, присунули? Все тут были. Так, Уинозада, кик нахуй. Сомер вела Уинозада и этого, Ромку. Зойлом. Да, и Зойла. Баф, раздали фул бафы. Я внизу буду, а остальные наверху. Так, у нас три танка. Микстурка, Авинари, Сомалийский. Моссо, Спила. Фуаски там что-то там. Хуяски. Да, Масса? Хуяшпички, блядь. Хорошо. Ну, мне типа не надо, может другим? Нет. Микстурка, раздаешь на АП. Шарпистол анимат, да? Бегать, некому, блядь, раздавать, блядь, на СПД, блядь. Ладно. Я раздам на СПД. У микстуры получаем АП-флаг. Здорово, что только ты мне даешь, Кула? Ты даже не смотришь. На СПД мастералу. Чё за мастер это делает? Турбо, я тебе дал тебе мут. Перестань. Пошел. Кому нужны мили-фласки, давайте микстурки обмен, живее. И поехали бить босса, и так времени уже сколько собираемся. Мастер, заходить? Ну, пока нету слотов, но посмотрим. Окей. Вот, сука, вы, блядь, всегда приходите, когда уже фулл. Если бы еще в детстве зашли. Короче, я даже не вижу смысла на этих боссов фласки пить. Это не те боссы. Все? СПДшным больше фласок никому не надо? Да миликошным вообще никому не надо, все. Раздайте кулак паладин, пожалуйста. Мастер, дай, пожалуйста, припот. Припот, мне не нужны фласки, у меня их 20 стаков лежит, мне чулан. Ну на, секунду, блядь. Император, заебал второй раз кидать. Это был третий. На чулан там, ебать, подгон сделал хороший. По фласкам я теперь всю жизнь в них, наверное, нуждаться не буду. А чё, припотов тебе не дал? Ну, припот, потому что... Вот нет. Сейчас дам, фелдшер, не переживай. Блин, так, интересно. Накиньте ГП императора за то, что два раза кидал обмен. Хорош. Интересно, гильдхаусы когда ведут, что за бонусы это будут? Где-то до Нового года должно быть, по идее. Ну да, говорили. Блин, там бонусы должны прикольные быть. По тактике все очень просто. Так, все тут находятся, те, кто пишет сразу. Все РДДшники стоят снизу, бьют моба, который будет внизу. Блядь, да тут все были уже, не ебите мозг. Да не все были, ой, назад был вроде, или не было. Да пусть просто снизу бегает и все смотрит нахуй. Ромка, короче, тут есть фаза нахуй. На каждой платформе она меняется, вы прибегаете, бьете там. Я когда вам скажу, огненные там перья будут, как-то так. Все милики сверху спрыгиваете вниз просто, потому что кастуется АОЕшник. Либо вот становится, где его сейчас луна. Тут вас не достанет, ну, это АОЕ. На второй фазе просто доливаем мобов. Когда вам скажут стопнуть мобов, тогда и стопаете. РЧ на пул. Выпили твои настойки. На скольки процентах собирать мобов? Ну, посмотрим. Я думаю, это процентов 25. Можно и 30, если ДПС не будет. Чулан. О, опять он быстро улетает. Так, чулан тут. Да нам три хватает, три без головы. Я что-то не понимаю, почему вчера ты решил на робота пойти. Вообще хуй знает. Надо было этих двух боссов бить. Че, о чем ты думаешь? Что там, я не Агри. ДК в рейде нет. Потому что Феникса не хотел бить. Да? А че его бить-то? Этим рейдом. Агри. Поехали. Стоишь внизу и хилишь. Зашел, если что, на замену. Убери его сразу в восьмой пати. Не могу, у меня бой. Дай ассист. Блять, не могу я рейд открыть, когда у меня бой. Ой, инвалиды эти.
перебежали. Мелких ФДДшники убиваем. Если что, Феникс взрывается, когда умирает, и откидывать вас и наносит вам дома. Так что во время убийства этого Феникса не стоять возле него. Батя сомалийского хуя кросса. Готовимся следующий проход. Потому что там ДКшникам агро набрано, блин, два косаря уже. Это понятно. Алиса набрала 800, я набрал рядом 700. Это не ДКшник. Следующая платформа. После этой платформы, которая будет сейчас, будет каст Огненные Перья. Экстор, забери. Давай, ебать. Экстор. Я забыл, точно. Блять, вы что, плачете именно? А, у вас нет этого, вы парняки. Готовимся скоро каст. Если что, готовьте спрыгивать. Спустились вниз. Где танки стоят? Танки по местам. Я на своем месте стою. Ты чё, пан? Ты чё? Красиво нас откинуло. Ну. Всегда бы. В натуре. Микстурка, взрывай там всегда фениксы, чтобы нас откидывало туда сразу. Окей. Сейчас он взорвет, вы убьете, да? Да мелких нормально заливается. Наверное, на 30% уже будете стопать. Слишком сильно. Вот так и далее. Вы убили звездочёта? Угу. Звёзды он считает. Так убили? Нет. Я просто хуевая стола. Как его можно победить? Потому что мы на него не шли. Ебаню тебя полдня нахуй бежать, сука. Ёбаные рыбки, блин. Так, давайте будем фениксов собирать потихоньку. Все, фениксов не при... Только стопайте. Стопайте фениксов, только доводите их там до 500к нахуй, стопайте доты даже. Фениксов не убивать. Стопаем, стопаем, стопаем. Но не трогайте феникса, нахуй, ждите следующего домашнего босса, и тот слабо. Обнови на хп. Следующий.
Готовимся, сейчас будет каст. Прыгаем. Прыгаем, ушли вниз. Нет, все с платформы спустим. Он еще перелетает. Нет. Ах, блядь, схуяли, он меня сбил. Анонс-то не было. Таймер сбил. Нихуя, он не перелетает. А, нет, крутится, да. Анонса не было красного, вот это. У меня был анонс. Где он там? Ага. Обратно его, ну, пидор. Да, что-то дымка до хера. Не жалуйся. Это все Шредер, он сережку выбил. Наш 8 КДП следует, что вы хотите? Сколько у него фигурит? Она не одета, по-моему. Третий топ. Одета. Так что, ее понерфили? Ну, ее давно понерфили, нахуй еще Малекет говорил. Дали как чаржится надо или. Доводим, 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 только не убиваем. Че, еще фениксов надо? Да, еще два хотим. Да, давай два еще. По-новому играть, это вот этот заход. Босса 2 ляма. Ну, давайте этот феникс добиваете, да. Когда добьем босса, сразу все вниз перегоним. В центре уходим, в середине. Ебать, зачем? Прыгнули вниз, милики. Там у одного моба. Центра ушли. Центра ушли. И от мелких отошли. Готовимся, когда скажу, добиваете фениксов. Парашютист воет. Добивайте фениксов. Отойдите милики от них. Когда босс пропадет, все сбегаемся в кружок. Потом бежим за лун. Когда давайте, я скажу по команде. Давайте добиваем. Быстрее феникс. Сейчас босс пропадет. Долбыш. Самолиски забери-ка их с ним. Не добивайте мобов, стоп не помогло. Стопнули мобов, не трогаем. Ебать, у одного там все критика. Все в кружок все. Побежали за луной в стенку. Вот так каждый раз, когда она улетает. Ёбаный. Тупо 22к у моба, ебать. Ебать, меня убил. Понял. Вот так каждый раз, когда улетает. Берни меня. Бейте феникс. Да я на мобов улетел просто. Отводи. Фениксов мелких убивайте. Так убивай. Когда вам скажут по мелким стопнуть, вы стопаете по мелким. Вы уже. Забирай самолетик. Стоп по мелким. Все в кружок стали. Бежите в стенку, когда я вам скажу. Побежали в стенку. Нахуя? Да, ну, чё вы отдельно бежите? Делить мы надо отдельно дымак. Бежим, мы бежим отдельно, чтобы от рейда вас, блядь, это, а? Мы-то знаем, что не будет. Играем в мелких. Моза Берни. Забери феникса маленького. Вот он, видишь? Да, пытаюсь. А где они? ПшКи, хуярь в каждого по очереди. По мелким стоп, не трогаем их. Все в кружок. Надо бэры подраздать там. Кто умер? Побежали, побежали отсюда. Амалийского, алло. Он забагался. Чувак.
заиградился. Подбеги, пожалуйста. Ой, блядь. Мопов поставьте под босса. Да. Он заиградился. Этот, блядь, не заиградил. Служи. Сильнее по мелкой. Забирай самолиз. Резачники, играем по мелкой. Пикирующая бомба. Подбежали к стенке. На шансун шлес. Мелких добивайте. Все, ушли все. Далеко. Побежали к стенке. Ставишь. Нормально. Нету такого понятия, как далеко или близко. Если ближе вам поставлю, нахуй, вы, блядь, тогда вообще в стенку упретесь и умрете все там, блядь. Забирай, мелко. Кружок. Побежали к стенку, тики, только не по лужам. Тики. Пойдите, отсекаем. Так. Мусор, чулан. Больше ГРФ нет. Оператор ничему не учится. Ты, сука, по боссу играешь? Не, он отлетает уже второй раз. Забирай. Стопаем. Кружок. Через лужу не бежать. Тики. Тикаем села. Тикай села, тебе пизда. В тотем. Лол. Два раза подряд не ждал. Ну тотем не убиваю. Танчите пока вместе. Забирай. Ну чего в луже стоите, народ? А тут падает Феникс, вот такой маунт. Спасибо. Помощь нему и падает. Нет? С хвоста падает маунт. 10%.
луже не стойте, РДД, чего вы, блин, гоните? Биби, проснись, ты в луже, блять. Пришлось на тебя телефон отвечать. На Виби, отошли все от Виби. Блять. Прось, есть вставалка? Да. Меня лужа забила, блять. Про хил просто, пробафали его. Гера есть, потом в босса будем. Сколько у него хп? Лям. 10 лямов. Геру дали. Зачем? Кто? Император, блядь. Дурачок. Нормально. Побежаем. Филшар. Отошли все от нее. Умрете, честно. У, полетали на. Ну, добивайте в босса играть, и когда что делать. Фул босса. Мобов добили тех двоих и фул босса. Фул босса. ДПС дохуя, а рук ноль, блядь. У меня две. Ну, каждая по 5 пальцев. У меня 7. Так. Ты пиздишь. Ух, слышу, кстати, топовый лут такой, я скажу. Ну, такой говно. Ты пиздишь. Че хорош. На робота погнали. Ух ты, нихуя. А в хэнд можно, блядь? Турбо, ты не умрёшь, что ты врубай. В смысле? Это мой котёнок. А сколько ГП за него, я не вижу? 389? Да. Чего он ролит? Охуенный оффхенд. Ой, нузад забирает. Какой нахуй нузад, блядь? Охуенно. Отдай, блядь. Отдай мне. Отдай мне. Чё это? Какой он нузад? Он был выше, не? Какой выше? Дорог? Отдай ему. Не, да ладно, пусть будет уже. На хила ну, идет отдел. За 10%. Или что-то уже поменялось, пока мне нет. Нет. С ОКО и ЗС тоже за 10%. Я бы, блядь, за 100% все, нахуй забрал бы. Всё, кроме Триник. Тринки идут по полу. Вот это бред. Сука, а если он начнет потом сразу ролить на ДД, то у него будет сразу приор выше всех. Пускай ролит. Чума. Для этого ему нужно собрать без хила, если чё. И получить 5 кгп, блять, это я уже потом внесу. А чё мы не идем бить элементали, которого все бьют? Какого? А у нас фотосессия. Ну, кристаллизованный уничтожитель, который. Я не понял, о чем ты сейчас. Это трэш. Если клоуны, хватит фапать, блять, там на лут. Клик нахуй, на... проебал на лоу. Ой, блядь, короче, бас да, проебал. Блядь, у меня много таких тринек, нахуй. Так, сейчас, у кого дизенчант, кинули ролл? Если вы что, распылять собрались его? Да. Ну кидай мне тогда, ебать. А, Маликит нового спека, ты будешь что забирать? Я распылю, ебать. Нихуя, я тебя знаю, блядь. Давай я распылю. Маликит, да. Да у меня ты 5 все равно где-то. Офспек у нас получается. Кому не надо было? Ебанутый вытри с монитора, блядь. Больной, блядь. Ладно, один хуй, что есть он, что нет его. Вы на приколе, блядь. Тринка на самом деле говно, нахуй, я бы ее за ноль отдал, ну, блядь. Тринки есть тринки, правила есть правила. Пока что мы не убиваем все на фул. Как это не убиваем? Убиваем. Правда, потом не проснулся. О, нихуя, у меня груда какой-то кожаный лежит в сумке.
Ой, назад. Ой, назад. Попробуй, пожалуйста, в следующий раз смотреть в рейд-чат, блядь. Ну чё, сейчас на звездочёт или на робота пошли? Я не понял, куда его завернули? На робота, на... Дайте я его поставлю, хорошо? Войд, забираешь за 290 гп? Ты я бы распылил, нах. Ой, ну заду отдай. Забирай, распыляй. Ой, ну зад. Фу, блядь, хотел уже его на заду ГП кинуть. Правильно, правильно, кидай, нахуй. Ну хорошо, он мою хэнду забирает, блядь. Ебаш. Давай, Алиса. Хочу, не, около, но не... Не помогайте ей, пусть она сама. Отдай его на заду. Отдал? Чулан, ты чё сегодня устал на работе? Молчишь постоянно. Пиздите, извините за выражение, но он стопом постоянно бла-бла-бла-бла-бла. Хули мне здесь сами говорить. Как дела у тебя? Устал сегодня, что? Шерпистул, ты так и так триньку не забираешь, нахуй тебе слот. Почему? Ты ранился всех по примеру. Чулан, ты же в одном городе с Медвеем живешь, ты там не приезжал к нему и не звонил? Мам, можешь в ПМ написать, если... А почему бьют только 10 человек? Можно инфу, пожалуйста? А, почти соседняя улица с ним. Не знаю, что с ним, понятия не имею. Даже его номера нет. Скинуть тебе его номер? Это жуткий моб по 50 тысяч бьет. Похуенно, я БШ прожал. Еще и от его атаку хер что-то не уклоняться, не пэри, ничего нету вообще. Мастер, дай инвайт. Какой? Мы на робота идем. Инвайт дай, блядь, просто. Возьми сам, блядь, зайди в патину, заебал. Еще инвайт ему кидай. В самом деле. Выводите их с контроля. Роботов, блядь, нет. Ну, если на РПАЛа получается 20% РП и больше типа не надо, то получается ему круче триньки, которые два бонуса дают, которые не РП, типа вот крит там, да, и какое-то еще говно. Колба плюс тринька Жайна — это пока что бис, который я видел. Ну это типа топовые паладины с ними ходят, да? Мастер, я на трине топ-1 по приору. У остальных всех она либо есть, либо не надо. Так уступят тебе на Савариана, да? Я, да, ты можешь. Ну я сейчас ставлю ливны, когда будет Савариан. А Чулан? Император у тебя забирает. Чулан, по-моему, я его на прошлом КД спрашивал, ему вроде не надо. Императору? Она нахуй нужна. Интересно, как те тренеры работают. Там они две вместе их надо носить, да? Может, я с ним договорился, что я ему уступаю. Так что пусть он, если надо, забирает. Я хочу, конечно, потестить, но, блядь. Не, ты хочешь потестить или поносить? Я раз уж договорился, отдам человеку, чё уж. Странный моб. Очень странный.
вы уже робота бьете? Еще нет. Уже убили. Хорош. Уже Джайну травим. Угу. Вот случай. Спасибо. А этот фетиш Форику добавляет ДПС или нет? Ну да. Зависит от босса, на каждых боссах надо нахуй бить. Фетиш, блядь. Не, его как он там называется? Фетиш. Немножко другое ударение. А я тебе могу объяснить, из-за чего, короче, проект. Там здесь в Польше седан идет, как это, блядь. Фу, иди поляк, кик нахуй. Называется на последний слог ударения. Так называется, правильно? Да, короче, я там не знаю, как она русская объяснить. Из-за этого кое-такие нюансы высказывают. Не-не, ой, все нормально, я просто. Это... А у вас на улице кричат курва? Курва. Нет. Курва, мать. Странно. Всех поляков, которых я слышал, они обычно кричат курва. Курва, пердоля. Пердоля, что-то там. Сбивать вот этим большим. Control. Или когда видит украинцев, сука, блядь. Не, они не так говорят. Поляки украинцы перекрывают так, сука, блядь. Да, такие да, да. Прибалты говорят. Кто прибалт? Плюс в чат. Правильно, правильно говорю. Да, там есть такой, типа, постоянно они переспрашивают. Ну, типа, понял, я понял. Так, я тема бы ваншотит, так что осторожно там. Где моя воронка, мастер? Нет у тебя воронки. Мне каску. Каску киньте кто-то. У тебя глаза наебали. Микстуру я... Мастер вообще ебать. Орёт, блядь, у тебя глаза наебали, блядь. А ты ответишь с базарно. Пиздец, блядь. Ой, мастер. Скрин нахуй форум. Прячься. Сука, ебать, просто баснословный аргумент. У тебя глаза наебали, ебать, понял? Ой, бля, я... Ой, вы чё делаете-то, ребят? Ну, Шредер в танк спекнулся, а? У меня, блядь, гниль наебали сейчас. А что они делают? У нас три танка, один АФКшец. На робота. Танка фаншотит. На три танка. Я ж специалист ГП уебу, да. Я знаю, что микстурка упала. Спасибо. Третий-то танк у нас АФКшек. У него просто глаза наебали. Ебать. Просто титаническое выражение, блядь. Его нельзя переосмыслить. Титаническое, его нельзя переосмыслить. Глаза наебали. Титаническое лучше. Сатаническое. Какое ты сказал? Ну, тектоническое? Не-не, титаническое, титан. Это древний прикол такой, коверкать слова. Да. Так, у меня тут вопрос поступил от подписчиков с Ютуба. Войт, а сколько хп хватит, чтобы виклик танчить? Чё сказать? 20. Скажи, надо, у тебя есть подписчики? Скажи, если Войт, если Войт, то глаза наебали, напиши ему. Если глаза наебали, есть то 10, а если нет, то 50. Кузнеца овцу беру. Это Фелсер спрашивал. Предлагаю, у кого глаза наебали, плюс килл-чат. Сразу гита получит. Ты сколько людей сразу захотели гита? Ты мне сам, ты захотел. Ты мне не верил, блядь, у меня глаза наебали, нахуй. О, нет. Ты мастер, походу, захотел себе глаза наебали. Блядь, глаза наебали, потому что вы умрёте. Так же, как и я. В смысле, это глаза наебали, в смысле, это обман зрения или глаза наебали? Орган, блять, на лице, нахуй. Это что такое, блять, мастер? Двойной смысл. Это двойной смысл, да.
Ну пошел ты, я пойду курить. Да я не понял. Ты чё, это прикол. Какой позоришь? Тут ты придумаешь. Алло, чё, кузнеца, уберите от себя. Отведи от кузнеца. Законтрольте кузнеца, кузнеца законтрольте. Кузнеца. Контролим кузнеца, блядь. Никто. Ебашьте кузнеца. Никто тебя не позорит, ты чё? Позорить тебя только твой ник путается. Ой, они же не знали, что это ты спрашиваешь. Я же потом сказал. Единственный подписчик и тот, и того отпозорил. Ну я не виноват, ну блять, так прочитал. У нас, короче, на циркуле девочка была, она ники создавала, ну тоже в медицине работает, и она ники создавала всякие фибрилляция, пальпация, вот всякие такие медицинские. Девальвация, да? Валюция. Аммуняция. Хуюция. А надо было создавать ники, глаза наебали, блядь. Чтоб потом вас забанили нахуй. Ой, это можно гайд, где находятся глаза, блядь? Желательно видео гайд. Я не знаю, где вы увидели глаза наебали, да? В танке Микстурка и Алиса. Нихуя, есть 25-й канал, ребят. Пускай. Знаете, как у нас 25-й канал текстовый называется? Временной распорядок в рейдах. А чё ты? Ебать, временной? А чё ты? Прямо временной? Чтобы Сомалийский был третьим танком. Пускай он первый начнёт. А зачем тут третий танк? Ну, Сакра будет, заебись будет. Зачем третий танк? Сакра, говорю, будет. Похуй нам нет. Нужен назад нужен, а для того, чтобы его присмонить, нам нужен банк шкаф. Банк поставили. Будет втройне поставь надежнее. Банк, берем сапроты, блядь. Сейчас будем выдавать вам сапроты. Я ебал. Же без сапротов. Какие сапроты, алло? Малик это ВДД сомалийского хер. Какие простые. Ходите, кидайте. Значит, Лича мы люди без сапротов, а робота с сапротами. Ну, кидайте есть обмен магу-волшебнику, если сапроты. Вчера сдохли, потому что у нас танков не было, и сорвали агро в итоге. Блять. Тех, что нужно танка. Сервиль забирает 20 сапротов с ГБ. Блять, короче, ладно, у меня не работает ебучий шифт, блять. На. Я положил их обратно. Блять. Турбо, что ты сделал с моим персонажем? Почему у меня не работает деление предметов на шифт? Когда обмен захочешь в агро, у тебя кон... РДДшники, обмен луне на сапроты, только РДДшники, да. А где это тебя... луне? Когда захочешь в агро, у тебя, короче, кнопка такая есть, это удалить, блин. Пишешь там, ага. Удалить, это все восстанавливается. Надо было ему турбо создать макрос на бурс, который удаляет весь мод. Я всю панельку переставил. Нет, он здесь не работает. Дай мне. Ебесин, наверное, почти... поводишь сферы. А где? Где это находится, вот эта хуйня с делением через shift? Нигде. Нигде, я не менял ничего, ты что-то паришься. Ну вот смотри, вот я не могу через shift. Не могу, shift, блядь, клик. Поделить предметы. Не могу. Значение клавиш, значит, на shift что-то стоит. Нет, у меня сапротов, я не могу их поделить, блядь. Значит, у тебя глаз нет. Я тебе сейчас на ноль, блядь, поделю, блядь. О, заработало. Смотри, сразу пашет, да? Да ты регло огнись, может. Император, да, сейчас ГП. Регло... Я не брал еще сапрот, блядь, а ну на вот, бар. Блядь, просто... А вот в прошлый раз, сука, не брал, блядь. Три раза кидал, нахуй, сейчас. Ну все, я обиделся без сапрота. Умрешь, ГП, нахуй. Сомалийский тоже, да, окей. Ой, ну заодно. Миша про, мильком не надо, блин. Не Миша, а Муша, блин. Алиса, танковский. Ой, ДДшный, блин. Мува. Мува, да. Бычьи головы. Кто вообще боешься продает сгибанка? Чего вы не ставите их на аукцион? Тёма этим занимается. Там, ебать, боешек уже лежит пиздос.
пусть дальше лежат. Попродавали бы, купили бы мне воронок. Все, все пошли в центр, встали сейчас. Рибаф, пожалуйста. Лапу приступаем. Фулл рибафа раздали. А можно, пожалуйста, метку, я не знаю, куда вставать. В середину круга. Я не знаю, где середина круга. Короче. Я русский не учил в школе. Виби вводит молнии. И ливнул нахуй. Красиво. Сначала мастер все живи. Бежим вместе с танком, потом танк агрит, никто босса, блядь, не бьет в это время. И возвращаемся обратно, становимся в центр, где вот сейчас стоит. Никто вперед не лезет, всегда стоять в одном фрейме. Если босс начинает кастовать, он иногда откидывает танков. Вы всегда должны, блядь, прервать свой каст и бежать дальше, становиться в фрейм босса. То есть двигаться всегда за этим боссом. Это вся тактика на этого босса. Спасибо. Ребята, аплодируем. Био вводит, да? Побежали. Побежали все, какого хуя стоим? Молния, пошли к тебе, Вендиди. Хорошо. Вера. Вы сальвы там раздавайте сами. Ну, пока не надо. Да начинайте уже. Сейчас после следующего каста. Двинулись за босс. По императору сальву дай, Шреддер. Император, ты можешь скидывать свою агро, если что. Как? Руки от клавиатуры. Сбиванием каста, который... Как он там называется? Кто разбивает капсу? Проще ветер. Видимо, 10%. Да, что-то вот. Пронизывающий. Двинули за босса. На полный одинар. Блядь! Сомервиллен, Либерич, Таушер, есть вставал? Дискриминация магов. Дискриминация долбоёбов. Я сказал двигаться. Ты тупой. Я двигался. Двигаться же надо на ВСАД, правильно? Ну, я двигаюсь именно на эти клавиши. Прилетелись, боссы. Не докастовываем нахуй свои, блядь, косты. Сфера улетела в рейд. Не могу. Фельдшар. Фельдшар, ты почему не бежишь на сразу? Рейд, встань нахуй. Красный кружок. Можешь бежать. Центр. О, так. Знаете, почему она умерла? Потому что у нее 24к, и она еще без сопрота. Ну я тоже без сопротов. Но у меня талант. Чуан, Берси, блин. Хуян. Кидайте сюда. Талант сразу. Умирать, блядь. Саммервилля. Нахуй не надо, блядь. Давайте так бить. Пускай этот, блядь, побьет, он, блядь, еще раз дохнет. Он без сопрота, нахуй. Говорю, еще раз умрет, когда получит. Алиса, заебись. Заебись, хилы. Да, спасибо, супрахил. Да все, она не наберет агро. Да поебать, хильте. На пулы сдайте в инвентарь, по КД. Сальва попала. Попанут. Блять, байеров нету больше, да? Пиздец. Да, это жопа. Да, боёво, стрессуйте, блять. Сдвинулись за босс.
Ой, ты чё без сопрота ты? Милики без сопрота. Блин. Потому что у меня 40 тысяч хп. А не 20, блядь. Да, но не надо. Можно ребафнуть мага, пожалуйста? Сейчас падать начнем. Император Шам, хоро. Ладно, давайте падать. Блять, я вот вам скажу такую хуйню. Вот, ну, вчера мы танчили, и то лучше нахуй было. Способность... Почему не прохилили танк? Сейчас посмотрим. Да, полученный там, урон. Блять, даже не в танке дело. Просто почему, блять, сопроты раздают, маг нахуй с 20 тысяч хп и шаман с 20 тысяч хп их не пьют. Как так-то? У меня 30. У меня 30, у меня талант есть. Это же тот же самый сопрот. Для чего я сказал РТДшникам, нахуй? Усилки перекидывайте, все свои 200 усилков перекидывайте, блядь, в таму, нахуй. Идите пейте сопрот, нахуй. Нахуй не надо здесь падать, блядь. Ёбаный, давай. Умерли из-за того, что Фелшар не сбежал в серединку, и нам салок кинул всем. Из-за этого сдохли. Зачем два человека. Зачем ты, Фелшер, оббегаешь, а потом там, блядь, со спины? Тебе он не кливит, ты можешь бежать перед ебалом. И скажи просто, нажми на босса левой кнопкой мыши, под ним есть красный кружок. Необходимо стоять в этом кружке и не выбегать за его пределы. Что это, так сложно понять? Сука. Босс двинулся, вернулись в кружок. Сразу. Все свои косты, сука, стопаем, блядь, сколько раз говорить? Поставьте гибанг. Так, за то, что нахуй... Не выпил. Раз. Фелшер 2. И усилки. Сколько сопротивления? Сколько дает сопротивление сопрот? Скажи мне. 100. Сколько дает талант магас? Да похую, сколько он там дает. Портуйтесь. Ну так, а нахуй мне пить сопрот? Усилки, нахуй мне пить сопрот, если мне то же самое. Поставьте робота. Сомер, у тебя хп просто мало. В смысле, 30 это мало, блядь? Да, мало да. Здесь, на этого босса 23, мало. Блядь, КХП нахуй, и ты не пьешь сопрот? Как, ну, блядь, еще тебе объяснить? Ты, вы заебали, блядь, обсасывать вам эту сказал, хуй. Сука, РЛ, блядь, пить сопроты нахуй, раздал вам сопроты, выпили нахуй сопроты тут, блядь. Да, нахуй, и лишний базар стопнули, блядь, охуели совсем. Похуй там, какие у вас таланты, идите усилки еще в стаму перекидывайте, нахуй, здесь не надо падать. Да ладно, упали за фалшар, который шарик вот этот ебанул у нас. Че упали? Да после шарика не было прохила и винар. Тишины не было. Там сало. Шары не опять словили. Полетели в РДД. Сало, потому что сало. Когда он убивал Эвинар, сала не было. Поэтому было, и спрашиваю, было. Какого хуя упал. Было мастер. Нет было, да? Ну, там на хилы немножко задержались. Там босс очень далеко двинулся, хилы задержались, у них сало прилетело в двух точно. Простью и в, по-моему, в мос. Ну, толку мне, блядь, с вас, нахуй, в рейде, блядь, который умирает в начале босса, нахуй. Пошли все в центр, встали. Чекаем императора с сопротом, хорош. Блядь, у них хп мало, тут 33 надо где-то тысячи, нахуй, силки перекидывают. Хп, кричите, пожалуйста. Да без усилков убьем, если тупить никто, сука, не будет. Когда я вам сказал бежать всем вместе в одной точке в босса, бежим все в одной точке босса, блядь. В босса, точнее. Фелшар. Фелшар, как он отходит, сразу беги. Не останавливайся. Косты свои стопаем. Когда он откидывает, блядь, танков, стопаем свои, блядь, косты. И бежим за боссом, нахуй. Во фрейме красном. Видите, какой кружок под ним? Император, чего не хватает? МП5, по-моему. Кулакай, МП5. Кулакай, нахуй. Я на такие РТ надо голосовать за сервер. Еще говорят, 7% стамины дается. Нахуй они вертели ваши сопроты, голоса и остальную поебень. Им все заебись. Отъебитесь от них уже, пусть они дохнут, блять. Верчи на пол, веби на место. Крикните на хп, пожалуйста. Зоил. Бой будет крикнуть. Хорошо.